Нам нужна твоя помощь, Кадаркан. Земное царство уже упустило свой шанс, теперь им правит Шинок. А ты, отродье, Сосуновская, собираешься Шиноку посасывать его пердолину. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Хелл, и вы смотрите канал Хеллплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что сегодня мы с вами продолжаем проходить сюжетную кампанию Mortal Kombat X. Друзья, в предыдущей серии мы за Рейдена показали всем, что не следует баловаться с электричеством, а также побили наших бывших друзей и увидели, что Шинок стал совсем злым, настолько злым, что аж превратился в демона. Сегодня у нас глава за Джеки Брикс, дочку Джакса. Посмотрим, какие именно качества она переняла от своего отца, и попытаемся надавать всем люлей. По-моему, первый противник у нас рептилий, если я не ошибаюсь. В общем, давайте. Раз, два, три. За ваше здоровье, бро-чай. Чувствуете себя просто великолепно. Надеюсь, и у вас, надеюсь, отличное настроение. Ну а мы с вами попытаемся размять этого ядовитого пацана нашими кулачками с экзоскелетом, судя по всему. И, боже, смотрите, насколько тяжело рептилии драться. Судя по его приемам, ему плохо, его тошнит, и он при этом дерется с какой-то там бабой, которая очень сильно бьет кулаками. Вообще здесь все девчонки какие-то чересчур, несмотря даже на свою комплекцию, чересчур офигенные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И, кстати говоря, X-Ray-то не прошел, к сожалению. X-Ray-чик-то не фартанул. Опа, отлично. Осталось немного еще, и мы вот так вот апперкотом заканчиваем. Как это символично. Хотелось бы провести X-Ray за нее, но что-то мне подсказывает, что у нее X-Ray будет какой-нибудь такой, около рестлеровский, знаете, что она там будет как-нибудь кости ломать именно, знаете, как по-борцовски. Я, правда, ее X-Ray не видел, но мне кажется, что будет что-то подобное. Сейчас попытаемся накопить, хотя в этой драке не факт, что у нас получится. Рептилия продолжает блевать на нас. Оу! Оу, как мы попались, причем мы попались под улучшенное. На! Так с разбега так, на! И кулаком так. Заползай назад под свой камень, рептилия. О, типа, какая пафосная. Стой, тебе нужна вода. Откинь голову. Ты что-нибудь видишь? Да, да, смутно, но... Так лучше? Ох, окей. Прекрасно. О-о-о-о, какой был романтик. Обсудим это позже. Я рад, что он видит. А то было бы очень как-то странно, если бы он ослеп, так же, как папаня. А нас преследует Ермак. О-о-о. А вот и Коталькан. Да, мы выбирают. Я выбираю Ермака. Выбрал кого послабее. Ты отродье Джексона Брикса. И я этим чертовски горжусь. Я знаю, что ты с ним сделал. Мы оставили твоего отца без рук. От тебя мы не оставим ничего. Ну, не знаю, мне кажется, Ермак сослужил некую службу Джаксу, несмотря на ужасное происшествие, которое с ним случилось, что совершил Ермак, да, наживую оторвал ему пару рук, но иначе бы у Джакса не появились его стальные клешни, которыми он явно бьет, ну, чуточку сильнее, несмотря на то, что он раньше-то бил и без этого суперсильно. Ой, что это? Что это было вообще? Почему он залетел? Вот, в общем, железными наверняка он бьет еще сильнее. Я сейчас не буду с вами юзать X-Ray, друзья. Да, ну у него мало хп совсем. Сейчас постараюсь его провести. Есть! Офигеть! Вау, очень крутой X-Ray. Она просто потрошит грудную клетку. Ну, у нее, да, я был неправ, у нее совсем по-другому происходит X-Ray, и это хорошо. И он выглядит очень круто. И мне нравится, что она делает еще сначала два удара, которые не X-Ray-ные. То есть она проводит два удара, после этого начинается X-Ray. Довольно интересно. Тихо.
На! Все. Вау. Крутая Джекс... Брикс. Офигенная. И это за тебя, отец. Чака! Тор, дави, дави! Твои глаза такие яркие, я их вырву! Уловка, обман! Больше никаких фокусов, только честный кулачный бой. И мне что-то подсказывает, что в кулачном бою у них все-таки есть некое преимущество. Я ни на что не намекаю, но этот парень очень здоровый. Ну, типа, драться против девушки, даже которая с экзоскелетом. Мне кажется, ему экзоскелет не нужен, и он и так мочит просто не по-детски, учитывая его кулаки. Жалко, ребенка нельзя здесь ударить. Не то чтобы я хочу бить детей, ни в коем случае, друзья, как и женщин, но это, согласитесь, это странный ребенок. И с ним нужно, ему нужны воспитательные беседы. Мне кажется, этому ребенку немного не хватало отцовского ремня. Поэтому я хотел бы дать материнских кулачищ в экзоскелете, чтобы парень сильно не расслаблялся. Или это девчонка, по-моему. Да, это девчонка. Что? Почему они меня держат? Она делает только пару ударов и держит меня. На! Есть! Подловил. Просто жесть. Офигенный X-Ray. Очень круто выглядит. Я так подлавливал секунду в секунду, блин, когда он вставал. Очень забавно. Два по цене одного, отлично. Выгода? Ну, скидочки нынче. Вау, это была неплохая комба. Мы знаем, что Дебора здесь. Где амулет? Каталькан, ситуация изменилась. Избавь меня от своей лжи. Скажешь ему? Не сейчас. Он должен знать правду. Я занят. Я убью вас обоих. Шинок освобожден. Он в небесном храме Рейдена. И уже отравил источник жизни земного царства. Небеса кипят. Земное царство потеряно. Нет, если мы будем работать сообща. Я задобрю Шинока. Поднесу ему ваши головы. И я успею укрепить оборону внешнего мира. Ах он, тварь! Окей, мы будем сейчас драться против Каталькана. Нам нужна твоя помощь, Каталькан. Земное царство уже упустило свой шанс. Теперь им правит Шинок. А ты, отродье, Сосуновская, собираешься Шиноку посасывать его пердолину. Маленький ты ублюдок, я тебе предложил союз, а ты приходишь ко мне и даже просишь мою голову для Шинока без уважения. Ты даже не называешь меня маленькой шоколадкой. Что такое? Надь, ах ты ублюдок. Этот бы X-Ray, кстати говоря, добил бы его. Вау, больно. Стоп, Каталькан, ты разошелся! Отлично. И апперкот! Есть! Неплохо. Мы хорошая команда, Джеки Брикс. Мы это сделали. Этого парня разукрашенного. На. Это было не очень хорошо. Нет. На. Видели его лицо? Какое оно фотогеничное! На тебе! Отлично! На! Хоу! Отлично! Ты был нам нужен! Теперь мы принесем его голову! Хватит!
Твою мать! Не знаю, как у вас, ребята, но у меня сон наяву. Какие у тебя странные сны? Ничтожество, сегодня вы умрете. А вот и команда Саб-Зира. Крутите барабан. Наш добрый старый союзник пришел. Вместе вы выстояли в неравной борьбе. Слабым воинам это было бы не под силу. Спасибо, великий мастер. Я останусь здесь, чтобы изгнать Катаркана во внешний мир. Ступайте в небесный храм. Судьба земного царства в ваших руках. Следующая глава будет за Джесси, наверное, да? А, Кесси, то есть Кесси. Повелитель Шинок почти закончил. Скоро осквернение от Цинцея станет закончено. Тогда нужно будет продолжить вторжение. Рейден и его союзники не смогут дать нам отпор. Когда этот мир падет, путь к победе будет свободен. Сообщи повелителю Шинуку, что они и Орочи готовы. По его приказу мы натравим их на земное царство. Ты нашел портал Рейдена, ведущий? Да, но он не запечатан его, он запечатан его заклинаниями. Это недопустимо. После разрушения земного царства мы должны завершить мщение повелителя Шинока, вторгнуться на небеса и уничтожить старших богов. Идем. Устроить войну на небесах, но если Шинок уничтожит старших богов, конец мироздания, понятно. Кун Лао, видите его таким. Если мы не справимся, будем гонять чаи в преисподней. Соберитесь. Мне пофигу, где гонять чаи. Чайное братство. Тема чайка что-то преследует нас в последние выпуски разных игр. Чувствуете, как распространяется наша власть, друзья? Наши организации. Твоя мамочка не говорила, что я сделала с ее друзьями? Убила их всех в мгновение ока. И свою собственную дочь. Гордишься этим? Мы повязаны смертью, ты будешь с нами. И я дам тебе достойное воспитание. Хорошо, а вот наша новая мамочка Синдел захотела дать нам достойное воспитание. Посмотрим, как у нее это получится. Следующая глава у нас за Кесси Кейдж, дочку Джонни Кейджа и Сони Блейд. Посмотрим, на что способна она, друзья. Ставьте лайки, если вам понравилось и вы ждете продолжения. Не забывайте подписываться на канал. Также есть я ВКонтакте, есть группа ВКонтакте, группа в Стиме, там много чего интересного, подписывайтесь. Также есть канал на Twitch, там проходят прямые трансляции. Есть второй канал на YouTube, где выкладываются их записи. А с вами был Сергей Хилл, всем самого наилучшего, прекрасного и зашибенного. Не болейте, не хворайте. Всем пока. О, золото! Да мы ворюги! Да мы же ворюги! Это же вообще пипец! Смотри, скелет! Нас сразу встречает недружелюбно. Куда пойдем? Пойдем давайте вот сюда. Мы можем бегать, такие страшные картины. Эй, ты что, оставишь эту штуку? Она нам нужна будет! Она погасла, я ее взять не могу. Охренеть, сейчас стопудово что-то будет! Ёпта! О! Фу!